Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRasatInfo. Перед нами Sony Xperia Tablet Z. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поделить экран. Здесь прям явной функции разделения экрана, к сожалению, нет, но здесь есть практически функция разделения экрана. Смотрите, мы открываем какое-то приложение. Play Market, думаю, был не лучшим из них. Давайте откроем какие-то настройки. Дальше, после того, как мы открыли наше приложение, нам нужно нажать на вот этот вот значок, вот такой вот посерединке. И здесь выбрать какое-то приложение. Нажав на пункт «Добавить», можно сюда еще добавить другие приложения, можно добавить виджеты и так дальше. Давайте откроем какой-то калькулятор. Он у нас открывается в таком плавающем окне. Да, это не разделение экрана, но многие приложения можно открыть в таком плавающем окне. И видите, калькулятор у меня доступен только в одном размере. Но если я выберу какое-то другое приложение, к примеру, браузер, я могу менять его размер на свое усмотрение, могу также его открыть на пол экрана. Могу себе как-то его скрутить и так дальше себе настроить, как я его хочу. При помощи этого пункта можно его перетаскивать, можно здесь его настраивать и так дальше. Даже если мы закрываем нижнее приложение, наш браузер здесь все равно остается, закрывается он таким вот образом. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!